вітання глядачам телеканалу ЗЕД. З вами запитання депутату. Традиційно в сесійній залі міської ради будемо спілкуватися з народними обранцями лише на актуальні для Запоріжжя теми. Сьогодні в нашій програмі будемо говорити про затвердження порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках Запоріжжя на умовах співфінансування. З депутатом міської ради від фракції «Солідарність» Миколою Білим. Вітаю вас, Микола Івановичу, у нашій програмі. Сьогодні поговоримо, власне, про фінансування житлово-комунального господарства. Ви зі своїм колегою Михайлом Прасолом з фракції «УКРОП» розробили відповідний проєкт рішення, власне, про проведення капітальних ремонтів в будинках ОСББ на умовах співфінансування. Розкажіть трохи про нього, про його суть. Уже на протяжении действительно более чем полугода мы работаем над этим проектом. Изначально он создавался на базе или на основании проекта, который уже на протяжении 2 лет работает в городе Киеве. За эти полгода, которые мы работаем над этим проектом, он претерпел там очень серьезных изменений. Сейчас на апрельскую сессию мы его пытаемся вынести в очередной раз. Что подразумевает под собой софинансирование или проведение капитальных ремонтов на условиях софинансирования? Это означает, что какую-то часть средств на проведение того или иного вида капитальных ремонтов в домах должны оплачивать совладельцы этого дома, то есть жильцы. Відсоткове відношення, знову ж таки, ви прописали в своєму проєкті рішення, що від 5 до 25% це залежить від поверхневості будинку, від якості робіт. Чи потягнуть люди такі відсотки? Чому, власне, ви зупинилися від 5 до 20%? До 25%? Було проведено не менее, наверное, 20-25 совещаний для обсуждения этого проекта решения. В том числе и с жильцами, в том числе и с ассоциациями ОСМД, с общественными организациями, с председателями ОСМД. И оттуда взяли эти проценты. Могу сказать, что на данный момент, если говорить о разных городах Украины, то это наиболее лояльные проценты на софинансирование. Для сравнения, в том же Киеве это 30%, а в городе Луцк, который является передовиком в развитии, в реструктуризации, скажем так, и жилищно-коммунального хозяйства, они номер один в Украине, у них сейчас процент софинансирования 50%. Поэтому эти проценты абсолютно взвешены. Да, мы почему у нас есть дифференциация от 5, потом 5%, 15% и 25%. Это 2-3-этажные дома, это 5%, до 5-го этажа это 15%, и выше это 25%. Почему? Потому что этажность, она в принципе и отвечает году постройки. Ну, плюс-минус, да, то есть мы понимаем, что 2-3-этажные строились еще там 100 и немногим менее лет назад, 5-этажные там строились там после войны, и вот до 9-этажные и выше строились уже там от 80-х, то есть это довольно свежие дома, то есть там нет необходимости такого масштабного капитального ремонта, и процент поэтому там выше. И плюс, естественно, это сквозь призму количества жителей, количество квартир, количество домов. Образно говоря, один подъезд берем, кровлю над ним. Кровля одинаковая, что в двухэтажке, площадь кровли, да, что в двухэтажке, что в 16-этажке. То есть сумма, за которую необходимо сделать эту кровлю, она одинаковая, но количество совладельцев, которые будут... Вона різна, я зрозуміла. Да, я об этом говорю, что этажность влияет на количество жителей и на примерно соответствует качеству жилого фонда. За які кошти ви будете і плануєте взагалі реалізовувати цю програму, цей проєкт рішення? На декабрьской сессии, которая была бюджетной, в программу розвитку та утримання жилого фонда города Запорожья было заложено 50 миллионов гривен. Именно эта сумма выделяется на этот проект. Но вот с декабря месяца до настоящего момента не утвержден механизм, по которому будут осваиваться эти деньги. Вот мы с Михаилом Викторовичем Прасолом уже четвертый раз выносим на рассмотрение сессии проект о механизме, как это будет реализовываться, какие документы должны подаваться, в какие сроки, какие виды работы могут там участвовать и так далее. То есть полностью прописанный механизм. Вы сказали, что уже в четверте со своим коллегой выносите на розгляд сессии цей проект. Да. То есть до этого не голосовали за него?
голосували, а провалювали. Не всі депутати, да. На вашу думку, чому? Були якісь певні зауваження, можливо, до нього? Тут вони ж пояснювали свою точку зору. Тут здравий смисл в поведінні ряду фракцій відсутствує, к сожалению. Почему? Потому что на декабрьской сессии, той же бюджетной сессии, мэр своим распоряжением создал рабочую группу по разработке этого проекта. То есть был наш уже тогда проект с просолом, но мэр создал для разработки проекта и утверждения механизма, как я уже сказал. Эта рабочая группа, в которую я входил, и в которую входила еще состоялось 25 человек, в которую входили, там, если не ошибаюсь, порядка 10-12 депутатов. От каждой из разных фракций, то есть все фракции были там представлены в этой рабочей группе. После этого рабочая группа завершила свою работу, если не ошибаюсь, в конце марта до сессии, и был утвержден порядок. Все-таки за основу эта рабочая группа взяла наш с просолом порядок, проголосовала его и вынесла на сессию. То есть, еще раз повторю, в этой рабочей группе были представители всех фракций, и они поддержали этот проект решения. То есть рабочая группа поддержала. Возглавлял рабочую группу профильный заместитель мэра Борода Алексей Николаевич. То есть рабочая группа, созданная мэром, в которую входили депутаты всех фракций, поддержала этот проект решения, а на сессии господа решили его не поддерживать, обосновывая какими-то, не совсем логичными, с моей точки зрения, там, не успели прочитать, не достаточно ознакомились. Причем это говорили депутаты, которые в рабочей группе голосовали за этот проект решения. Я не могу это комментировать, к сожалению. Сейчас мы опять работаем. В понедельник прошедший собирались еще раз, уже депутатским корпусом. Вносились какие-то предложения, изменения. Мы опять корректируем этот проект. Надеюсь, что 26 апреля он будет поддержан. Почему? Потому что времени очень мало, деньги будут выделены. Все дома, которые хотят в этом поучаствовать, первое, должны собрать эти сумму своего софинансирования с жильцов, что не очень просто. За один місяць виходить? Їм дається 30 днів зараз, аби вони зібрали кошти? Два місяці. Два місяці. А ви гадаєте, це реально? Абсолютно. Дивлячись на ті кошти і на той ремонт, який буде взагалі необхідний там? Да. В тому чи іншому будинку? А механізми, давайте я розкажу ще попозже. Я вважаю, що да. Чому? Тому що вже в департамент ЖКХ, як вони кажуть, приходило порядка 30-40 домов, уже у которых есть деньги и которые готовы участвовать, но которые говорят, дайте нам механизм, куда... Так, это лишь 30 або 40 будинків, а решта? Да, на эти 50 миллионов примерно мы рассчитываем сделать ремонты в 60-70 домах. А в среднем, какие кошти необходимы, например, на двухповерховый будинок? В зависимости от вида работ. Дякую вам за розмову, а нагадаю, що ми спілкувалися з депутатом міської ради від фракції «Солідарність» Миколою Білим. В наших наступних програмах ми продовжимо обговорювати цю тему. До нових та цікавих зустрічей!